Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 9, урок 5. Составь выражение и найди его значение из данных значений А и Б. А. Мама купила к празднику А конфет. Из них Б конфет она положила в вазу, а остальные раздала поровну двум детям. Сколько конфет досталось каждому из них? Если значение А равно 30, значение Б равно 24. Составим выражение при помощи буквенных выражений. А минус Б берем в скобочки. Это разница тех конфет, которые она положила в вазу. Затем остатки разделим на 2. Получим ответ, вставив значение буквенных выражений, что каждому ребенку досталось по 3 конфеты. Б. В мешке было А килограмм крупы. Из них израсходовали Б килограмм, а остальную крупу рассыпали поровну в 2 пакета. Сколько килограммов крупы в каждом из этих пакетов? Составим буквенное выражение. Было А. Израсходовали Б. А минус Б – это будет оставшаяся крупа. Затем разделим ее на 2, так как в задаче крупу рассыпали поровну в 2 пакета. А теперь поставим значение буквенных выражений. А равно 42, Б равно 36. 42 отнять 36, разделить на 2. 3 килограмма крупы в каждом пакете. В. В классе А человек. Из них Б человек заболели, а остальные разделились поровну на 2 команды для игры в КВН. Сколько человек в каждой команде? В классе А человек, Б заболели. От количества человек, обучающихся в классе, отнимем детей, которые заболели. Они не пришли и не участвовали в КВН. А оставшихся детей А минус Б мы разделим на 2, так как команды для игры в КВН было 2. А теперь подставим численные значения в буквенные выражения. 28 отнять 4, разделить на 2. Получилось, что каждая команда КВН состоит из 12 человек. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.